на гербе бык, так скажем. Стремимся к тому, чтобы наш поголовье было тоже не меньше. Рога и копыта должны принести ему прибыль. Фермер Ренат Исенгалиев уже год занимается животноводством. Его хозяйство находится в селе Узморье Энгельского района. Пока у него всего 3 молочные коровы и десяток мясных. Но и их прокормить непросто. На заготовку кормов, на ту же реализацию, бензин, связь, везде нужны средства. И так как на начальном этапе очень тяжело было своими средствами обойтись. 1,5 миллиона для начала. Так государство решило помочь фермерам-новичкам. Программа стартует в этом году. Чтобы принять в ней участие, надо соответствовать определенным требованиям. Первое – это возрастной ценз от 19 до 58 лет. Второе – это глава фермерского хозяйства должен быть зарегистрирован на территории Саратовской области и проживать там. По стажу требования, установлены не менее 3 лет. Новые рабочие места, увеличение производства продовольствия и новые налоги. Таков должен быть урожай программы «Начинающий фермер». Но самое главное – это развитие сельского хозяйства. Сейчас в области животноводство переживает не лучшие времена. К примеру, число фермерских хозяйств, где выращивают племенных быков, можно пересчитать по пальцам. Если какие хозяйства крупные остались – там используется искусственное осеменение. А семя закупается на центральной станции в Москве. Сейчас в нашей области 7000 фермерских хозяйств. В программе «Начинающий фермер» уже выразили желание принять участие 48 крестьян. Надежда Новикова, Илья Жбанов, Алексей Чудин. Новости, Телеобъектив.